Сейчас упал лист такой сухой с кокоса. Чуть меня не придавил. Слабо, далеко упал. Тут сейчас я ореша сорву банана. Правда, они зеленые. Но может он будет есть такие зеленые. Он любит. Вау! Никак не дотянусь. Вау! О! Сорвала 4 банана. И он там есть. Ореша. Ну и ореш, эти 4 банана сорвала. Солнышко. Будешь есть? На. Конечно, буду. Глянь, какие. Не, они зеленые. Зато они низкие, там много их растет. Это на халяву. Да. Ну что, куда их положить, чтобы они прозрели? Ну вот сюда положу. В постель? Да, ты такая же зеленая, как эта банана. Да, сейчас. Там сейчас меня чуть не убил лист от пальмы. Такой хруст был, когда он падал. Тут же валяется кокос. А, тут растет, не знаю, что на дереве. Ну, какой-то фрукт. Конечно, ходить тут опасно. Или лист, или кокос на голову упадет. Вот я не знаю, да, что это есть-то. Папайя, наверное. Похож. Какой-то фруктик. Это маленький он наверху. Вот этот вот большой фрукт. Ну, опять бананы растут. И все перед крыльцом. А почему у нас такое в России не растет? Голодным тут не будешь. И кокосы, и бананы, и папайя. Красиво все в кротонах. У меня дома кротоны плохие. А тут такие шикарные кустища. Прелесть. О, еще у меня дома вот такой цветочек растет. Только тоже слабенький. Вот тут прям такой жирненький, хорошенький. Вот еще какие-то цветы. Сиреневые, белые. Красивые. Белый. Вот сиреневые. Вот еще какие кусты кротона. Блин, у меня дома тоже такой. Тут шикарный, густой, мощный. Вот еще какие-то оранжевые красивые цветочки. Красота, конечно, тут. Очень красиво. Везде травка, зеленые кустики. Шикарные. Лампочки горят день, они все горят. Не экономят на электричестве. Не хотят экономить. Какие-то цветы называются гусенички пушистые.